пожаловать! На красной дорожке появляется Мансур Гилязов, сценарист, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. Хорватия Бонапарт Паршалова, встречайте! Мы приглашаем Гузельста, лауреат государственной премии Республики Татарстан имени Габдулы Тукая, актер Татарского государственного академического театра, член Союза кинематографистов Республики Татарстан с супругой Розой Байшевой. Фаянга International Film Festival, кинорежиссер Фарид Давлетшин, продюсер Наталья Топал и режиссер Фируза Зинатуллина. Искусств Республики Татарстан, член Союза кинематографистов Республики Татарстан. Жемана Республики Татарстан по культуре и взаимодействии со СМИ, продюсер, член Союза кинематографистов. Заведующий кафедрой киноискусства и анимации. Кафедрой продюсер фильма «Асанна», член Союза кинематографистов. Государственного института культуры, режиссер и сценарист. Ваша поддержка очень нужна. Встречайте, Сергей. Также Алина Галиаскарова, сценарист, актриса театра и кино, сценарист фильма «Старый вояка». И также встречайте Алису. Друзья, еще раз ваши самые бурные овации всем прибывшим на фестиваль. Токуир Ахмед, режиссер полнометражного игрового конкурсного фильма «Халдра», Бангла. К выходу из автобуса готовится, но ждет, когда ему все будут громко аплодировать. Айдар Шарипов. Россия молодая. Встречайте, дорогие друзья, Амира Сиразиева, учредитель Balmai Production, режиссер игрового короткометражного конкурсного фильма «Свет веры» и Лейла Салахатдинова, сценарист, автор социально-театральных проектов, педагог Казанского театрального училища, педагог детской театральной студии «Нур». Приветствуем Рафи. Равиля Шайдулина и Сэм Мессас Хайрли Кейдж. Здравствуйте! Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Равиля Шайдулина. Ваши овации! Амир Гадаулин, режиссер документального короткометражного конкурсного фильма «Коран». От неспослания до конкурсного фильма «Зачем я это делаю?», представленного на национальном конкурсе. Алеша, добрый вечер! Ваши овации, Илья Маяк. И детского кино. Ваши аплодисменты, Адиля Хайбулина, программный директор Казанского международного фестиваля любительского молодежного детского кино, преподаватель Казанского театрального училища по дисциплине и российский киновед, культуролог, критик и телеведущий, журналист, педагог, доктор искусствоведения, президент гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского международного кинофестиваля. Добро пожаловать в Казань. Рахим Итагас. Ваши аплодисменты, член жюри фестиваля мусульманского кино в рамках 14-го Казанского международного... 2006 и 2017 году. Председатель жюри на международном кинофестивале... Янов, кинооператор, доцент кафедры телевидения Казанского государственного института культуры, член Союза кинематографистов Татарстана, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Все гости, которые находятся сейчас в автобусе, ждут, когда же зазвучат аплодисменты. Приветствуем делегацию.
делегацию Египта Джамал Зайда, президент арабского и европейского кинофестиваля «Шарм эль-Шейх». Много лет возглавлял Национальный комитет кино Египта, исполнительный директор арабского и европейского кинофестиваля, продюсер Египет. Приветствуем аплодисментами на нашей ковровой дорожке. Мы продолжаем громко аплодировать и встречаем Сафаэлдин Махмуд Заки Саед. Приветствуем вместе с нами Гульзигин Баир. Игрового фильма «Халев». Шукрю Бабаджан. Как их встречали в Казани. Пусть они напишут, что в Казани их встречали. Мы желаем и наши следующие гости на выходят на красную ковровую дорожку. Анна Кузьмина. И арт-директор Нью-Йоркского кинофестиваля. Продюсер фильма «Поле битвы», актриса «Россия, США». Оно кино «Алжир». Добро пожаловать! На звезды дорожки делегация Санкт-Петербурга. Альфия Рахматуллина, автор творческих проектов, связанных с историей и культурой России и Татарстана, заслуженной работе культуры Республики Татарстан. Елена Лузянина, актриса театра и кино, гостья фестиваля. Народном фестивале в 2017 году за фильм «Холод». Ваши аплодисменты. Майя Гузель-Аймедова, народная артистка Туркменской ССР, народная артистка СССР, супругом Хаджикули Нарлиевым, председателем Ассоциации кино Тюркского мира. Хурмэнда Кунаклар, уважаемые гости, Хоршалова, встречайте, Зиля Валеева, государственный деятель Республики Татарстан и деятель культуры Российской Федерации. Кандидат философских наук, директор государственного историка. Все, кто находится в начале нашей красной ковровой дорожки уже, дорогие друзья, Ирина Алферова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Государственного совета Республики Татарстан, председатель Союза журналистов Татарстана, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный работник культуры Республики Татарстан. Римма Атласовна, добрый вечер! Здравствуйте! Римма Атласовна, хайрли кичи! Хайрли кичи сэрнесес! Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух! Уважаемый Митимир Шарипович, Ирина Георгиевна, добро пожаловать на открытие фестиваля! Уважаемые гости, а давайте аплодируем в ритм музыки, и тогда будут очень громкие аплодисменты. Я зову, ты нужен мне.
За лучший короткометражный фильм в номинации «Россия молодая». Демир.